Летний лагерь для школьников – это уникальная возможность провести свое время весело и с пользой. Такую возможность уже не первый год нашим школьникам предоставляет летний лагерь «Солнышко» в школе-интернате при поддержке Министерства образования и науки Республики Южная Осетия. Вот уже несколько дней в лагере дневного пребывания отдыхает второй поток детей в количестве 150 человек, всего 7 отрядов. Для них разработана специальная программа, которая соответствует возрасту и потребностям ребят. Практически все отдыхающие прибывают на территорию школы к 9 часам и начинают утро с построения линейки. У каждого отряда свой цвет галстука, свое название, речевка и, конечно же, девиз. Товарищ нашей вожатой, третий отряд, девиз которого ежедневно воспитатели и вожатые проводят различные игры, конкурсы, викторины, спортивные соревнования. Все мероприятия в летнем лагере задумываются и организовываются таким образом, чтобы они могли вовлечь в себя абсолютно всех детей лагерной смены, никого не оставляя в стороне. У нас есть разные мероприятия, которые проводятся каждый день. Каждый день у нас со всеми идет работа, со всеми отрядами. У нас бывают разные интеллектуальные игры, разные беседы, как себя вести в обществе, в гостях и так далее. Детям тут очень интересно. Нередко детям разнообразят отдых увлекательными и познавательными экскурсиями. Выходы бывают в ОМОН, в МЧС, в библиотеку детскую. В этом году первый раз мы их отвели в университетскую библиотеку. Там им очень сильно понравилось, так как там животных очень много разных, млекопитающие там еще есть. Им там очень-очень интересно, им еще очень сильно нравится в ОМОНе, то есть там их катают, показывают им собак, как они там делают разные трюки и так далее. Многие из ребят уже несколько лет подряд имеют возможность с пользой провести время в этом лагере. По их словам, побывав здесь один раз, они с нетерпением ждут следующего раза. Я в лагере уже 4-й год. В этом году пришел с братом и друзьями. Нам здесь очень нравится. Особенно разные выходы в МЧС, библиотеку, где мы узнаем много нового для себя. Количество желающих записаться в пришкольный лагерь дневного пребывания растет с каждым годом, так как для работающих родителей это хороший выход из положения. Посещая такой лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, занят интересными делами. Своевременно накормлен полноценным завтраком и обедом, а вечером и выходные дни ребенок дома в кругу родных. Мне очень нравится в лагере. Нас кормят кашами, кормят чаем, а по обедам нас кормят супом и киселем. Я нашла много друзей, и они очень общительные, и мне здесь очень нравится. Мы здесь танцуем, играем. Лагерь, организованный Министерством образования нашей республики, функционирует уже около 16 лет. Лагерь рассчитан на 3 потока по 2 недели. Для обеспечения безопасности отдыхающих здесь целый день за порядком следят сотрудники УВД города Цхинвал. Фатима Чочева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.